На аллее ветеранов открыли мемориальные пилоны в честь ульяновцев, которые погибли в ходе специальной военной операции. Сама аллея расположена на бульваре Фестивальном. Там установили мемориальные пилоны в память о героях-земляках из 31-й десантно-штурмовой бригады. В их числе контрактники Герман Смирнов и Анвар Расулов, а также мобилизованный Андрей Макар. Мы продолжим и дальше аллею ставить пилоны, чтобы семьи могли прийти, и все жители Ульяновска видели наших героев и чтили память. Низкий поклон нашим ребятам, которые защищают сегодня и несут победу нашей стране. На открытии пилонов присутствовали родные погибших героев. К мемориалам возложили цветы, а память воинов почтили минутой молчания. Не скрывая слез, близкие с болью вспоминают о своих отцах и мужьях. Служил в 31-й бригаде. Почти 20 лет отслужил, но так получилось, что там не вернулся. Мы с детьми скучаем ужасно. Любим его и всегда будем помнить о нем. Подрастающее поколение и жители города должны знать имена героев, которые отдали свою жизнь за наше общее будущее. Человек жив, пока о нем жива память.